Меня зовут Татьяна, я из города Полоцка, из Беларуси. На ретрит я сюда приехала первый раз. С тем запросом, которым я сюда приехала, девочки, я его получила. Очень страшно было и очень тяжело в одиночку погружаться во все наши обиды. Но вот эта командная работа с той теплотой и нежностью, с которой девочки помогали, это ни с чем не сравнить. Девчата, сейчас этого страха нет. Я знаю, что я могу теперь погружаться в свои какие-то вопросы и решать их. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Та обстановка, пожелания девочек, их счастливые взгляды, улыбки, поддержка, объятия. Невозможно ни с чем не сравнить. Невозможно ни с чем сравнить. Я очень волнуюсь. В большей степени, вот то, с чем я приехала, я получила ответы на свои вопросы. А то, что мы дальше работали, открываются такие перспективы и понимание того, что ты это можешь. Что ты это можешь сделать. Ты можешь обратиться к людям, и тебе в этом помогут. Без всяких указаний. По своим чувствам, по своим знаниям. Девочки, это опыт просто неоценимый. То, что происходит здесь, это в разы быстрее. Это идет с такими пониманиями и осознаниями. Девочки, просто вот вау, вот так все раскрывается. Твой мозг, раскрывается твоя душа. Если вы еще думаете, ехать или не ехать, я советую ехать. У меня было желание поехать в июне, но я почему-то что-то испугалась. Но потом я дала себе слово, и если я в этом году не приеду на осенний, я не решусь больше никогда. Сейчас я понимаю, что я еще поеду. Пусть, может быть, не в ближайшие, но хотя бы один из ретритов я буду получать. Потому что то, что происходит здесь, невозможно в одиночку сделать. Девочки, просто невозможно. Я всем рекомендую. Благодарю.